День строителей отмечают ежегодно каждое второе воскресенье августа. Строительная отрасль – одна из наиболее важных в экономике Ленинского городского округа. В здании администрации состоялось заседание штаба по строительству. Как отметил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, профессия строителя – это тяжелый и кропотливый труд, но результат их работы делает людей добрее и счастливее. Муниципалитет входит в тройку лидеров региона по количеству возводимого жилья. Только в первом полугодии было введено в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров. Стройка зданий, стройка дорог – это всегда созидание. Это то, что делает нашу жизнь лучше, комфортнее, удобнее для каждого жителя. В преддверии профессионального праздника глава округа наиболее отличившимся представителям отрасли вручил почетные грамоты и благодарственные письма. Галкин Дмитрий Леонидович. Поздравил строителей с профессиональным праздником и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Наш Ленинский городской округ расширяется, строится, а значит, профессия строителя, безусловно, почетная, актуальна. Мы вместе с вами прожили такой достаточно непростой период в жизни, надеюсь, что он ушел уже в прошлое, да. Я сейчас как раз говорю об истории с пандемией связанной. Многие из вас, знаю, очень много участвовали и помогали волонтерскому корпусу. В ходе встречи глава округа обозначил, что сегодня основная задача для работников строительной сферы – это сбалансированное развитие территории, возведение социальных объектов, школ, детских садов, больниц, развитие транспортной инфраструктуры.